ребята стали взрослыми. Они получили свой первый главный документ. И запомнят это событие надолго, поскольку вошли в число тех, кому вручают паспорта в торжественной обстановке. Антон Чернеловский говорит, теперь без него никуда. С паспортом чувствует себя настоящим гражданином своей страны и уже в полной мере осознает свои права и, конечно, обязанности. Паспорт – это почти что главный документ после свидетельства о рождении. Паспорт нужен, чтобы допуститься к ОГЭ и к ЕГЭ. Но не только. Паспорт откроет Антону двери в банки и в другие учреждения и организации, где он сможет реализовать свои новые права. Например, получить банковскую карточку или устроиться на работу. Вместе с Антоном свой главный документ получили еще 9 школьников Одинцовского округа. А обложка на паспорт и книга об истории государства российского в праздничном переплете стали для них приятным сюрпризом. Глава округа Андрей Иванов поздравил ребят и их родителей с этим знаменательным событием. Я уверен, что вы все вырастете законопослушными гражданами нашей страны. Хочу, чтобы вы не забывали, что вы живете в великой стране, с великой историей. И эту историю, и нашу родину нужно беречь. Возможно, кто-то из этих ребят внесет большой вклад в развитие нашего государства. Главное, чтобы все они стали достойными гражданами и оставались хорошими людьми. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».